Всем добрый день, дорогие друзья. Здесь я хотела показать. Вот многие говорили, что я неправильно мерена, а ближе к запястью. Вот смотрите, сейчас у меня аппарат будет ближе к запястью, и вы в конце увидите, что он не читает, сколько давления у меня показывает. А потом фотографию вставлю. Если подальше сделаю, вот как раз, то вы увидите. Сейчас вот уже завершится. И посмотрим, что он у меня покажет, когда близко к запястью я держу аппарат. Он у меня показывает ошибку. Сейчас вот как раз в это. Вот видите, он показал ошибку. Это близко к запястью показывает. Сейчас ставлю фотку, где правильно. Всем привет! Говорите привет! Да, девочки сидят, играют. А Ваня, он рисуешь, да? Что там нарисовал? Ой, какой у тебя... А, тут у тебя домик. У нас на улице сегодня морозно, минус 15 градусов, муж сказал. Но... Так, рисуй, подожди, Марин. И получается, все равно надо ехать. Сегодня возьму с собой. Кому надо обувь брать? Меня, я. Тебе, Маша, обувь-то не надо брать, у тебя есть обувь. Я... Катина, на физкультуру тебе обувь. Мне нужна физкультура. А? На физкультуру. А я шнурки-то сама тебе куплю. Все понятно. Ладно, сейчас решим, кто поедет, короче. И надо съездить в город, взять им обувь. Всем привет. Посмотрите, какой у нас мороз. Минус 15 градусов. Ну, очень холодно на улице. Я пошла в магазин. Сходила я уже в магазин. Не так уж и на улице и холодно. Вроде минус 15, но более-менее температура. Так, что купила в магазине? Купила крылышки. Расскажу сейчас зачем. Кто-то в интернете в комментариях написал, что она, наверное, будет крылышки терияки делать. Нет, ребят, буду не терияки. Не делала я терияки тогда, а сейчас хочу попробовать, что такое, я ни разу такое не делала. Хочу посмотреть рецепт в интернете и сделать. И знаете, что я заметила? Вот эти крылышки покупаю, на упаковке написано 2 килограмма. Они же их не перевешивают, а продают прям так. И вот сегодня даже продавцами доказала, что там вес намного меньше. Из двух упаковок вышло 38 грамм, не хватает до 4 килограмм. Всегда вес заниженный, чем на самом деле на упаковке написано. Но не в этом суть. Килограмм по 150 рублей. Получается упаковка 300 рублей. Две упаковки 600 рублей. Так, дальше купила творог вот такой вот обезжиренный по 137 рублей. Две упаковочки сейчас деткам сделаю. И сметанку весовую по 74 рубля взяла. И 2 литра молока. Вот такие вот в целом у меня все покупочки. Короче говоря, решила я сразу все пачки творога сделать, сметану и творог, и вот получилось, сейчас разложу деткам и дам кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Детки сели кушать творог. Ваня, кушай. Ваня, кушай. Марина кушает. Вкусно, Марина? Марина, сюда смотри. Вкусно? Вот отвернулась. Самый вкусный творог? Кушают и смотрят Леди Баг, их любимый. Ой, господи, ладно. Сейчас перекусим тоже немножко. И надо в город уже съездить быстро. И потом кушать, готовить что-то на ужин. Всем привет. Мы с Катей едем выбирать ей... Что тебе надо? Да, обувь и чешки. И Свете тоже на чешки купить. Но Света сказала, не поеду. Мама деньги тратит на автобус, потому что много. Она решила не поехать. Мы просто ей замерили ногу. И там уже будем выбирать. И потом Маше надо купить колготки, шнурки. Оксане шнурки. Ну и Егорке носки. Ну и так по мелочи что-то посмотрим. Короче говоря, едем. Тайсон! 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 Ой, Тайсон наш показался.
Ладно, идем на автобус. Мы сначала, Катя, на рынке с тобой вылезем. Мне в Крепарнас сначала сходить. На обратную дорогу деньги снять. Поняла? Сначала пойдем в Крепар. Сегодня ему холодно. Катя, где масочка? Покажи всем, что ты точно маску взяла. А то напишешь, что Катя без маски. Да, Катя в маске. Холодно. Они с Оксаной шарфиками поменялись из наборов. Оксана Ионы взяла, Катя у Окси взяла. Короче говоря, ходит она в ботиночках зимних, которые нам присылали. Но морозов сильных нет, поэтому вот так вот. Ладно, идем на автобус и едем в город. Мы уже приехали, и сейчас идем в магазин за одеждой. Но народу сегодня мало в автобусе. Ну, то, что мороз, видать, до выходные дома сидят, отдыхают. Вот это вот, ребята, у нас стадион. Летний. Летний, зимний, как. Ну, стадион, тут всегда эти футбольные матчи, да, проводят. Большой, хороший. Тут зимой каток, по-моему, да, делают? А, тоже не знаешь. Кто знает, делают ли зимой на стадионе каток или нет, это Вишерский спрашивает. Ответьте, пожалуйста. Ладно, идем в магазин. В магазине что-нибудь поснимаем вам обязательно. Катя выбрала себе кроссовки. Мерит пока еще. Размер больше, чем надо, да? Тебе надо же 35, а это 36. И... Нормально. Ну только тут и вот палец, смотри. Ну он немножко большеват идти. Угу. Ну, и... Вот тут палец. Что, большие получается? Или нормально? Небольшие. Нормально. Ну все тогда. Нравится тебе? Значит, их возьмем. Ну-ка, зашнуруй и пройдись вот здесь, посмотришь. А чашки только вот такие вот. А именно тряпочные. Да, Катя? Ну, один, второй по мере пройдись. Так ты расшнуруй сначала. Как-то ты интересно одеваешь, не расшнуровывая. Там, наверное, бумажки внутри. А ты думаешь, что тебе не лезут, да? Че ж они тебе не лезут? Тут, кстати, ассортимент в магазине очень большой. Туда женской обуви много. Всякие. Ассортимент вообще большой. Давай меряй, пока я посмотрю, тут какие есть. Всякие ассортименты. Обуви. Мужские отделы. Еще мужской отдел. И такой большой магазин. Еще мужской отдел. И Катя меряет кроссовки. Да, Катя? Сейчас померяет и посмотрим, что она выберет. Ну-ка, пройдись. Тебе самое удобно в них? Туда пройдись. Нога поднимается, спадает немного. Че, неудобно? Угу. Она не любит заниженные пятки. Нога поднимается. Неудобно? Немного высовываться, когда я... Ну, давай тогда другие смотреть, раз тебе не нравится. Она не любит, когда вот эта вот пятка занижена, ей надо завышена, чтобы было. Нога просто высовывается. Какая у тебя нога? Катя? Нога поднимается немножко из кроссовок. Нога поднимается немножко из кроссовок. Вот так вот, ребят. А ты будешь такие чешки брать или нет? Нет? Это тоже тряпичное, а ну потом пойдем в другой магазин тряпичный смотреть. Как хорошо, что мама с собой денежку взяла. Да? Ладно, дальше по магазину ходим. Попытка номер два. Нашли завышенную пятку. Сейчас померяет и скажет, что и как. Да, Кать? Ну, пятка чувствуется, что выше или нет? Да. Ладно, выбираем. Вон туда пройдись. И чё? Поднимается вот так вот. Когда я иду, она не могла так стоять. Тем более шнурки еще тут и снизу. Так тут еще одну дырочку можно зашнуровать.
Мы так с тобой весь день будем ходить искать. Не в эту дырочку. Кать, ты шнуровать шнурки не умеешь? Ну, понятно. Ладно, уже не... А на другом нельзя попробовать? Попробуй на другом зашнуровать. Если на другом нормально будет, значит и там будет нормально. Так убери. Потом уберем, когда если будешь покупать их. Если нет, значит другие будешь опять искать. Зашнуровывай и пройдись опять. Потуже зашнуровывай. Ой, Катя. Если Катя под тебя смотрит, то мы вообще так ничего не найдем тебе. И? Нормально. Нормально все-таки? Что, их будешь брать или другие еще будешь смотреть? Ну, не знаю, можно это взять. Так можно или их, ладно, ладно. Или другие? Эти. Невероятно, Катя решила. Все, дорогие друзья, купили мы все, что надо. Там у Кати пакетик и у меня пакетик. Дома покажи, что купила. Многие будут неожиданно. Короче говоря, купила я себе обувь, дома покажу, какую. Сейчас мы ходим, ищем. Вот, кстати, в этом магазине. Очень классный магазин, поэтому всем рекомендую, заходите. Немножко поснимали, но мы быстро-быстро. Уже темно опять. Сейчас идем на Чешкино, эти тряпичные. Мы их нигде найти не можем. Балетные специальные. И вот ходим по магазинам, ищем. Сейчас Катя сказала, где Катя, в Березке? И вот сейчас идем в Березку. На улице мороз. Причем мороз очень сильный. Ладно, бежим бегом, а то руки уже замерзли. Смотрите, ребята, елка горит и звездочки. Красота у нас зимой. Ой, снег забрела прямо. О, там Дед Мороза со Снегуркой уже поставили. Сейчас подойдем поближе и покажем вам все. Вот такая красота. Давай, нормально, давай мне. Медведь. Там Снегурочка и елочка. Сейчас я Катю еще сфоткаю. Катя хочет сфоткаться. Так, ребята, мы уже приехали домой. Сейчас покажу, что купили. Давай я сначала с продукта взяла вот такие вот печеньки полкило. Деткам чай пить. И кильку ведерко взяли. Тут 2,5 килограмма. Дети любят, а картошку отварим и с картошкой поедят. Взяла вот такой вот кусочек мяса. Тут косточку очень мало. Тут вот небольшая косточка. Вот здесь небольшая и вот это вот. Остальное все мякоть. Дальше купила пенопластовые шары. Будем делать снеговика, потому что из тот, который я делаю, у меня не получается. Нашли мы тканевые балетки, да, они называются? Вот такие вот, короче говоря. Это не чешки, это тканевые балетки. По-моему, так называются. Знаете, где мы нашли? Кто с нашего города, если кто-то ищет, они есть в Березке на первом этаже. Вот я взяла светлые Свети, темные Кати. 200 с чем-то рублей, да? Это за две пары. 400 с чем-то мы заплатили. Ну, короче, 200 с чем-то рублей одна пара. И вот они вот такие вот. Дальше Свете купила ремень. Ремень необычный. Ремень тянется. Катя, потяни. Видите, он тянется. Резиночка, ремень. Вот такой вот черный. Чем был? 200. Ну, что-то не помню. Брала в Крепаре на втором или на третьем этаже. Дальше на... сертификат, который нам вручили. Что мы взяли? Взяли 3 пары носков. Это Егорки носки. Вот такие вот в школу ходить. По 79 рублей Егорки носки. Дальше взяла Марине вот такую вот шапку. У нее шапка, потому что маленькая становится. Шапка 399 рублей. Потом Кате взяли вот такие вот кроссовки за 699 рублей. Ну, и взяла я себе вот такие вот ботинки. Они зимние на меху, потому что там то, что надо было детям, мы не нашли. Поэтому вот такие вот взяли. 41 размер. Что у них цена была, я не помню. Может, написано? 1249 рублей. Ну, надеюсь, хватит на сезон. Тут внутри замочка, но я померяю, они мне хорошо. Света, вот те чешки и вот те ремень на резинке.
Вот такие вот в целом у меня, ребята, были все покупки. Вот за этот сертификат нам еще доплатило, или мы еще 80 рублей, немного. Так что вот так вот. Из-за того, что мы ничего не смогли найти, то, что детям, но решила я себе все-таки ботинки взять. Теперь у меня есть обувь. Ладно, дорогие друзья, вот такое вот сегодня было видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Как немножко выздоровлю. Видите, сейчас ездила, очень было тяжело ехать в автобусе. Каждую кочку я ощущаю. Я сейчас находилась, у меня очень сильно болит опять спина и копчик. Поэтому видео пока будут вот такие. Вот уж придется потерпеть вам. Но заранее говорю всем огромное-огромное спасибо, что остаетесь с нами. Ну и всем пока-пока. Ребят, померила я ботинки. Вот так вот они на мне смотрятся. Но в целом так неплохо. Я не знаю, как показать. Ну, вот такие вот. Я не стала брать на больших каблуках, потому что я не смогу в них ходить. Ну, вроде бы тепло, удобно. Это самое дешевое из того, что я смотрела. Вот так померили мы Марине шапочку. Мариночка, тебе нравится шапочка? Да. Стой, я покажу. Если даже будет немножко большевато, можно вот сюда вот какую-нибудь брошку закрепить. На телефоне видно меня. Да. Вот такая вот Марина. Скажи всем привет. Привет. Ладно, вот так вот шапочка нам. Ну, очень хорошо. Ребята, еще вот что мы взяли. Забыла. Вот это вот Катя себе выбрала. На, Катя. Маша тут один себе выберет. Какой ты, Маша, себе выберешь? Ну смотри, выбирай какой. Один Маше, один Свете и один маме. Маша, какой будешь выбирать? На свой телефон. Инстаграм выбираешь? Ну вот, Машин, значит, будет Инстаграм. И сейчас Света выберет. Это, ребята, попсокеты. Вот такие вот выбрали. Так, Катя померила свои кроссовочки. Вот так вот ей кроссовки. Тебе самой это нравится? Да. Это мама, которую ей выбирала. Попытка номер два, которая была. Вот такие вот кроссовки. Тут у нее, видите, пяточка завышена, ей удобно. А на тех были пяточки заниженные. Она не может, когда у нее пятка заниженная. Ну, вот такие вот кроссовки. Здесь я вам решила показать, как дети под музыку прыгали, скакали на диване. Ну, правда, музыку я, конечно, свою ставлю, чтобы монетизацию у меня не отключили. Поэтому у нас вот днем вот так вот, видите, Оксана покрывала туда убрала, а дети скачут на диване. Оставайтесь с нами, если вам это видео понравилось, напишите обязательно ваш комментарий, не забудьте поставить лайк. И на этой ноте я скажу всем пока-пока, берегите свое здоровье и будьте счастливы.